Всем привет, дорогие друзья, мы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах, как вы видите, только о смарт-часах. У меня пополнилась коллекция, если кто еще не видел видосики в шортс, это я взял Apple Watch 6 серии, дальше у меня есть Huawei Watch 3, Galaxy Watch, Galaxy 5 Pro, Galaxy 4 Classic 46 мм, Active 2. Ну и сегодня поговорим об Active 2, а именно циферблатик, который платный, а сейчас будет бесплатен. Для вас, дорогие друзья, специально по моей просьбе Томас от Венской студии сделал его бесплатным. Вообще его стоимость там что-то в районе 300 с чем-то рублей, или почти 400, короче, рублей. Но с 5 числа, начиная с сегодня, да, до 9 он будет включительно бесплатен. Поэтому, дорогие друзья, вот так на нем выглядит режим AOT или экран всегда включен. Это классика. Причем классика шикарнейшая. Шикарнейшая классика. Вот как ни крути. Ну, а теперь давайте посмотрим, как это все выглядит. Участвовали, короче, в разработке данного циферблата. Это две студии. Diamond. Вторая студия не Венская, а Diamond именно. Этот циферблат принадлежит ему. Посмотрите, как он весь раскрывается. А если вот так, еще видите, верхняя у него закрывается часть, нижняя часть закрывается. И когда мы поворачиваем, помимо раскрытия, также еще, как вы видите, загораются огоньки по индексам, часовым индексам. Что мы, значит, с вами здесь имеем? Ну, сделано прикольно. Такая цепная передача. Я вот близко сейчас только рассмотрел сам. Но достаточно интересно выглядит. Вверху у нас там что-то есть. Тоже надпись. Но это уже надпись, фирменная надпись. Потом цифровое время в 24-часовом формате. Как видите сейчас у меня в данном случае, да? Оно может быть и в 12-часовом, в зависимости от настроек вашего смартфона. Дальше у нас с вами здесь шаги. Как видите, они анимированные, да? Вот смотрите. Тык-тык-тык-тык. Анимированные шажки. Дальше, как видите, заряд батареи. Цвет меняет в зависимости от того, какой заряд показывает. Также еще анимированное. Низкий заряд ниже 20, по-моему, он уже вот такой красный цвет, выше или 50 будет такой желтенький, 100% зелененький, естественно. Дальше у нас анимированное, как видите, пульс. Потом анимированное расстояние, сколько мы с вами прошли, анимированные калории и сколько мы с вами их сожгли. Также этажи у нас тоже присутствуют, этажики присутствуют. Из настроечек, что у нас здесь, значит, с вами есть? Ну, давайте посмотрим. А, на русском языке я еще забыл сказать вам, что он на русском языке. И также у нас есть фаза Луны, тоже продемонстрирована. Это клево для всех лунатиков, так скажем, да. Ну и, как вы видите, таб-зоны. Вот они подписанные. Таб-зоны по краям. Все они подписаны. И при нажатии на эти зоны, естественно, у нас открывается то, что там написано. Постоянно путаю с вотчами, которые уже на Wear OS. И пытаюсь свайпом, короче, назад все сделать. Так, это касаемо таб-зон. Так, по поводу цветов. Слушайте, не уверен, не знаю. Я что-то даже не смотрел, по-честному сказать. Есть ли она тут вообще, изменение цветов? Ну, по крайней мере, сейчас не вижу. А, вот. Есть посередине, вот здесь даем, как вы видите. И у нас изменение цветов. Ну, точно. Вот же вот он продемонстрирован. И все, поехали. Раз. Несколько цветов. Что-то, возможно, и можно будет выбрать. Но цветов достаточное количество. Мне больше вот это все-таки нравится. Все, здесь у нас будильничек с этой стороны. Тоже ничего. Но вот такой вот вполне, на мой взгляд, дорогие друзья, шикарный циферблатик. Как видите, я не забываю про тех, у кого Tizen, хотя
как вы помните, может быть, смотрели меня видос, что Samsung уже на Tizen никаких обновлений, короче, ни приложений, ни циферблатов, ничего выкладывать уже не будет. Поэтому система эта, так скажем, мертвая уже умерла. Если есть возможность, все-таки переходите на VRS. Хотя вот именно актив, вот серия актив, актив 2 большого размера, мне очень сильно нравится, прям реально. Стильно сделаны. Надеюсь, что они повторят это, может быть, в шестой версии. Есть такие вот, как скажем-то, наметочки на то, что это будет в шестой серии. Я же скоро сделаю еще, наверное, завтра, дорогие друзья, обзорчик на циферблат. Ой, вернее, не на циферблат, а на приложение. Я обещал вот недавно. И будет у меня вот на этот переводчик. Вообще крутейший переводчик. Хочу вам сказать, работает просто классно. Ну, вам напоминаю, что в описании видосиков всех есть ссылочки на телеграм-канал новостной и чат, где вы в свое время можете получить нужную вам информацию, узнать что-либо. Также, дорогие друзья, в описании есть покупочка вот данных циферблатов фирменных. Ну и, естественно, лайки, подписки там, сами понимаете, ожидаю от вас, если вам не сложно. Пока.